Аграрии Якутии получили 17 медалей на выставке «Золотая осень-2016» в Москве. В этом году в ней приняли участие около 2500 компаний из 64 регионов России. На крупнейшем аграрном форуме побывало около 300 тысяч посетителей. Прошли 40 мероприятий деловой программы с участием российских и международных производственных, консалтинговых, финансовых компаний. Подписано сотни соглашений. Подробности выставки в следующем материале. Это 18-я по счету выставка традиционно проходит на территории ВДНХ. В красочных павильонах представлена вся продукция отечественных товаропроизводителей. А самодеятельные коллективы вносят праздничную нотку в это мероприятие. У прилавков Республики Саха-Якутия, как всегда, много посетителей. Оно и понятно, ведь здесь экологически чистая и вкусная продукция. В сельском хозяйстве есть такая пословица: цыплят по осени считают. Поэтому мы в этом году традиционно подводим итоги года сельскохозяйственного в Республике Саха-Якутия. И он у нас приходится на ярмарку «Золотая осень» в городе Москва. Мы в этом году приехали внушительной делегацией. У нас 16 организаций изъявили желание принять участие. Более 170 наименований продукции мы привезли в город Москву. Нынче республика показывала свои достижения сразу на двух площадках. Торговля продукцией шла в павильонах национальных культур, а в главном корпусе были представлены выставочные стенды и инвестиционные проекты. Все считают, что Якутия далеко. Конечно, сюда добираться, да еще с таким грузом, большие трудности, очень большие расходы. Но благодаря нашего правительства, благодаря Эльдархана Егоровна Афанасьевича Борисова, вот это каждый год осуществляется. Благодаря их помощи. И вот каждый год мы присутствуем здесь, на московской земле, и представляем свою республику. Большой интерес столичной публики, как всегда, вызывает выставка меховых изделий. Показалось очень интересными вот эти пальто, белки, соболя, волка. Вот это вот отличная прям куртка. И вот эти шкуры для интерьера тоже очень необычные. Отрадно, что якутские аграрии и товаропроизводители и в этом году являются лидерами в главном агропромышленном форуме Российской Федерации.